Привет всем! Сегодня хочу снять обзор на старый журнал Cool. Это номер 46 2001 года. Вот, у меня есть более такие, ну, поновее журналы Cool, но вот недавно тут приобрела старенькие журнальчики, так что покажу вам обязательно обзор. Здесь у нас Бритни Спирс на обложке. И на самом деле здесь вот только статья про Бритни, но еще там чуть-чуть покажу вам интересненького. Сейчас найдем статью. Вот такая вот у нас статья. Вот здесь вот Slave в основном, ну, выступление со Стронгером и так далее. Третье поколение, покорение мира. Ну, это третий альбом вышел как раз у Бритни. Ну, и вот эта вот статья посвящена ему. И то, что я еще интересненько нашла, здесь обычно были хит-парады, типа классных песен. Ну, вот они составляли, здесь можно было написать, отправить по почте, типа, какая песня вам нравится, чтобы вот повысить ее место в хит-параде. И здесь вот Наталья Орейро. Ну, кстати, здесь и Кайли из Can Get You Out of My Head. И вот Наталья Орейро на первом месте. Наталья Орейро тогда тоже была у нас в России на пике славы, поэтому как-то так. Ну, еще вот лучший альбом есть. Огромное спасибо за внимание. Посмотрите, я выложу обзоры или выложила уже на старые Cool, если вам интересно. Ну и вот и вообще на многие журналы Бритни у меня есть обзоры. Огромное спасибо за внимание и пока-пока.